утреннее пробуждение. Что интересно, они выходят из клетки. Вот клетка, я им временно ставлю в ванную, чтобы они не орали утром. Ну вот они оба. Причем большой это самец, это его сестра, девочка. И они друг у друга просят поесть. Вот. И что интересно, из этой клетки легко выходят. Она тут закрыта со всех сторон, вот она. Но вот здесь сверху есть выход. И за 5 секунд они выходят. Вот они друг у друга просят. Это теперь сами. Это они крылья пробуют. Самец машет крыльями, а сестра ему говорит: ёбнутый ты, что ты так машешь крыльями? Куда ты так машешь? Вот она ему говорит: «Узбагойся!» Она ему говорит: «Узбагойся!» Вот она более умная. Вот, это брат и сестра. Вот по размеру видно, он хоть бугай и здоровый, но все равно просит, он думает, что она его мать. Вот он у него просит: «Что ты? Что ты?» Вот они общаются друг с другом вот так, вот. И вот этот придурок здоровый думает, что это его мать. Теперь этот думает, что прошелетела мать. «Что ты? Ты ж бугай здоровый! Каркун, ты ж бугай здоровый! Ты ж здоровый бугай!» И она ему говорит: «Ты здоровый бугай, что ты просишь?» Ну что, все, пойдемте кушать по клеткам, пойдем. Вот они оба, а то вы спрашивали, где второй. На ночь их вот в эту клетку и в ванную. Это они крылья пробуют. Ну вот, проба крыльев. Что вы? Вот этот просит, и этот просит, вот. Вот, и этот думаешь, все же еще птенец, хотя размер у него уже взрослая птица.